Так, меня зовут Мусагазин Ануар Максатович, я являюсь представителем Национального центра независимой экзаменации. Приехал проводить сюда итоговую государственную аттестацию выпускников интернатуры и резидентуры. Мы уже успешно провели аттестацию интернов, теперь накануне ждем, когда будем проводить аттестацию резидентов. Я уже второй год провожу здесь экзаменацию интернов, и что могу сказать, что все организовано и проходит на высшем уровне. То есть, в отличие от других вузов, что мне здесь очень сильно нравится, студенты заранее выстраиваются по кабинетам и по фамилии, вследствие чего не происходят задержки во время посадки студентов в аудитории. Также, что отличает Семейский медицинский университет от других, то, что здесь проходит заседание ГАК, чего я не видел ни в одном другом вузе. На заседании мы можем решить все спорные моменты, прийти к общему мнению. И думаю, это хороший показатель проведения, в организации проведения итоговой оценки. Думаю, даже ничего не могу добавить, потому что действительно все проходит на высшем уровне, никаких заминок никогда не бывает. Все проходит быстро, четко,